Прокуратура заподозрила руководство Восточно-Сибирского сберегательного фонда в мошенничестве. Кредитный кооператив, по мнению ведомства, оставил почти 500 человек без обещанных процентов и без первоначальных вкладов. Мы уже рассказывали, нам пожаловались пайщики, с декабря они не видят денег. По их словам, финансы просто пропали. Краевая прокуратура провела проверку и выяснила, с 2013 года пайщики внесли в кооператив больше 130 миллионов рублей под 30% годовых. Однако никакой фактической деятельности организация не вела, что послужило основанием заподозрить ее руководство в мошенничестве. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На момент проверки никаких денег ни в кассе, ни на самом предприятии, то есть на его счетах, обнаружено не было. Собственно, все это дает основание полагать, что намерений возвращать те денежные средства, которые вложили 500 вкладчиков, у этого фонда не было.